На вторую ступень пьедестала почёта приглашается Османова Папумбаликыс, Дагестан. Победительницей в 2016 году весовой категории до 46 килограммов стала представительница Республики Чувашия Екатерина Михайлова. Награждение проводит старший тренер спортивной сборной команды России по женской борьбе среди кадеток Алена Владимировна Карташова. Бронзовые медали диплома третьей степени и памятные подарки получают за третье место. Нагия, Сванидзе, Ростовская область, Людмила Кацкиева, Алания. Кацкиева. Серебряную медаль диплом второй степени Министерства спорта Российской Федерации получает спортсменка из Республики Дагестан Папумбаликыс Османова. Золотая медаль, памятный кубок, памятный приз и диплом первой степени получает спортсменка из Республики Чувашия Михайлова Екатерина. Первое место. Приглашаем тренера, подготовившего чемпионку Егоров Денис Георгиевич. Пожалуйста, к пьедесталу почета получить диплом первой степени и памятный подарок. От зрителей приз зрительских симпатий получает Екатерина Михайлова. Приз от зрителей, пожалуйста. И все спортсменки этой весовой категории понравились нашим зрителям, и они вручают эти цветы. Самые яркие, самые хорошие поединки показали девчонки этой весовой категории. Екатерина Михайлова получает приз от зрителей.